Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забрали. И сразу же вопрос. Ага, Лига мастеров, 2 звезды, ранг 37. Ну, вообще-то сегодня я хотел забраться в топчик, но знаешь, в чем проблема? Что у меня всего 2 отката, и реклама не дает мне откаты. Вот так вот, да? И я пытался, ребят, накопить. Думал, заработаю свои 10 откатиков, но получилось вот только один раз посмотреть и получил за это 2 отката. Ладно, попробуем здесь 5 забрать. Ну и там уже как-то своими силами будем пытаться пробиваться. Так, кто у нас там выпадает? Морозильная кошка. Морозильная кошка. Так, сразу же пойдем побежим на серию испытаний. Сегодня же, наверное, и пройдем ее полностью. Тут осталось всего 2 поединка. И вы писали мне в комментариях, что в драконах всадники Улуха у нас вышло какое-то обновление. Так что после черепашек я планирую туда забежать и посмотреть, что там происходит. Что там за обновление. Там, наверное, весна пришла или еще что-нибудь в этом роде. Так, Ваня упадет у нас? Да какой там он упадет? Такую тушку попробуй пробить. Блин, ну вот это, конечно, смешно. Вот это смешно, что вот эти вот охламоны не упали. Что-то там дрыгается он мне. На тебе. Получил. Ну. Трэш какой-то. Не могут сразу забомбить. Вот надо им 33 раза там фуфлышку эту гнать. Так, тут хан. Ну-ка давай, Леонардо, свою козырную вертушку. Хана минусуем. И также тигриного. Ну и этого добьем, сосунка. В принципе и все. И сейчас сразу же побежим на заключительное, да? Испытание. Оно находится вот здесь. Берем Армагона. Наших маузеров. Я возьму Кренга, Леонардо и Супер Шреддера. Вот такая у меня будет команда. Да Кренгу, понятное дело, никакого шанса у него не будет здесь на выживание. Тут к бабке не ходи. Уже сколько? 1000 раз мы проходили, и Кренг, как всегда, надует губы и отдуплится. Так, заблокировали. Уничтожили. Так, ну ты что там с двумя саблями какими-то стоишь? Уже лежит. Ну вот и сам технодром, в который мы почему-то, ребята, без проблем проникаем, да? И вот сам Крэнк. Вот это мне картина больше всего нравится, когда он разворачивается и потирает ручки. Такой, знаешь, типа, ха-ха, попались сосунки в мою ловушку. И тут сейчас сам как будто бы в ловушке. На, получи. Дальше, валуном по морде. Прикинь, таким. Ты дышь. Прилетела такая фигня. На, еще от Крэнга. Так, проникающий добьет его. Вот и все, вот, вот, ребят. Вот вам весь Крэнг. Иди, потирай ручки дальше. Конечно, и на изи разбираем. Блин, я как вспоминаю свои первые поединки с ним. Это, конечно, было что-то с чем-то. Это сейчас все легко. Ну что, ДНК из другого измерения. Понятное дело, что это все у нас есть абсолютно 100% завершено. Собрать и сбросить. Давай смотреть. Меня на самом деле здесь сейчас интересует не столько ДНК, сколько вот эти вот награды. Вот эти и вот эти. Поэтому я смотрю мутаген, доллары, пиццу дают. Странно, ни одного отката не дали. Да. Вообще ни одного, прикинь. Ну, телепорта. Угу, 6 дали. Ну, в принципе, ребят, неплохо. 11 тысяч, почти 12 тысяч мутагена, 66 пиццы, 6 телепортов и 30 баксов. Плюс, ко всему прочему, вот такой набор всяких деталей. Ну что ж, собрать и сбросить, само собой. Теперь что? Теперь пойдем быстренько пробежимся по поединкам. Соответственно, нам нужен Рафаэль Ролевой.
докачиваем ему здесь. 14 наушников нужно всего лишь найти. 14, да? Это уже трое. Тихо, тихо, тихо. А тут сейчас будет зеленая колба выпадать. Ну, конечно же. Ну, давай ты, господи. Вот, четвертые наушники. Получается, пятые. Давай хотя бы 7 наушников соберем, и все. Да ё-моё, ты со своей зеленой колбой ну просто достал уже, а. Зеленая колба, зеленая колба. Чё, заело, что ли, не могу понять. Я в шоке. Все, ребят, наушники нашли. Ну, не все, а сколько я там хотел? 7 штук. Ладно, забираем здесь наши награды. И поднять уровень персонажа. Но это уже будет, ребят, после турнирной арены. Сейчас главное выбиться как-то в топчик. Каким макаром, пока не представляю. Так, Зек плюс Рафаэль. И возьмем, знаешь, кого-нибудь, кто не упадет у нас с первой плюшки. То есть, я надеюсь, Рафаэль сейчас встанет в провокацию. Ну, а дальше пойдет все как по маслу. А, тут еще Зек у нас. Плюс Карайка. Угу. Еще Карайка-змея. Ну, теперь ставим Рафаэля в провокацию. И, в принципе, все. Можно ни за что не бояться. Получи. Ну, куда ты бежишь, а? Ну... Слушай, ребят, что-то как-то... Что-то мне не нравится. Я думал, что Рафаэль у меня тут непобедимый. А ты посмотри, что происходит-то. Сколько отняли здоровья у него? Ой-ой-ой. Выжили? Добили. Ну, хорошо, все равно он очень много урона получил, Рафаэль. Опасно же было. Ну что ж, 21 позиция. А 21 позиция... Нет, давай-ка мне, наверное, 17-24, потому что... Вот, блин, вот было. Было, 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 но прошло. Совсем рейчик поплыл. Ладно, берем Армагона. И нет, ты подождешь пока. И, наверное, здесь возьмем... Да Ванька пускай будет. Хотя... Блин. Тут Микеланджело. Я же знаю прекрасно, что он... Что он обычно ходит первым. Но он может сделать что? Усилить команду, либо бросить сюрикен. Тут одно из двух. И тут он делает свой танец. Ну ладно, это кстати, лучший вариант, когда он сделал танец. Кого? Чего? Ты отвали. Да ну! Ну это, ребят, это уже борзость пошла. Ванька, ты такой дуст. Я не понимаю вообще, почему ты... Я рассчитывал на него. Ё-моё. Какой он по инициативе дрищ. Ай, дрищ полный. Просто... У меня просто нет слов. За него, ребят, просто сфейлили катку. Вот так вот. Просто сфейлить катку из-за него, а. Ну как так-то? У меня нет слов. У меня просто нет слов. Я-то думал, что у нас после Армагона будет ходить Ваня. Сходил в туалет. Ну, Маузер, вы-то, надеюсь, не подведете, убьете этого. Меня больше волнует Бакстер. Отлично. Бакстер всех нагнул. Надо будет ему действительно прокачать до 7-й ступени его суперсилу. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас сколько? 7 откатов, да? 7 откатов. Это хорошо. Это уже у нас будет пару поединков в плюсе.
Ну что, я возьму, наверное, здесь Крэнга. Крэнг и Усаги. А ведь все равно, как ни крути, не получается взять одного персонажа и отыграть им. Подстраховка в любом случае нужна. Поэтому 7 откатов этого мало. Вот если бы мне еще дали бы те откаты за рекламу. Ну, я, возможно, сейчас поиграю, а потом попробуем еще. Я сделаю рекламную паузу и попробую все-таки набить. Может быть, там получится. Или за баксы покупать. Что не особо хочется. Тратить доллары на откаты. Ну, глупо как-то. Ну что, переходим в Лигу Мастеров 3 звезды. Позиция у нас 92-я, и мы двигаемся дальше. Берем Макмана, берем Бакстера. Вот, блин, я не знаю даже, что и сказать. По логике вещей мы должны здесь победить. Давай попробуем. Первое — это торнадо, а второе — это будет смертельная волна. Да. Как говорится, все было шито-крыто, и мы справились. Давай как минимум по 10 ступенек. О, даже 12 перелетели. Так, 17-24 берем здесь. Так, возьму Донателло. Возьму Кожеголового. Нет, слэш. Возьму Майки. Слушай, ну по идее, вот по идее, инициатива здесь нормальная. Кроме, пожалуй, Донателло. У Кожеголового все будет пучком, но тут мне не нравится морозильная кошка. Если ее Кожеголовый не добьет, она же сделает хил. Блин, иммунитет еще вешает. Как-то все не в тему. Ну, давай, добивай, Донни. Секунду. Черт подери. Ну-ка, так, если... Мимо! А вот так? А так, понятное дело, что попадем, потому что Майки, извини меня, сотого уровня. Хе-хей. Он думал, что он там отсидится в сторонке, да ничего подобного. Так, 68-я позиция, и у нас... Давай вот эту команду возьмем. Леонардо плюс... Ну, плюс слэш. Надеюсь на них. Рафаэль, да, Рафаэль, конечно, тут бесевый. Если он успеет принять хил, то слэш уже не пробьет. Ну, в принципе, молодец. В принципе, ребята, молодец. Вот единственное, что тут помучимся. Ага. Давай валуном. Есть. Ты гляди-ка, все у нас получилось. Но слэш все равно слабый. Ну ты сам видел, у них было половина здоровья. Он сделал свою вертушку и то не смог всех победить. Ну, вот тебе весь вывод. Так, я сейчас посмотрю. Наверное, вот наверное, я все-таки возьму вот эту команду. Супер Шредер. Так, так, так и вот так. А дальше уже все, ребят, придется тратить откаты. Что это такое? С какого перепуга ты мне показываешь эту ерунду? Ну там 7 откатов, что я сделаю? 3 поединка только сделать могу. И все. Тин-тинс. Да он в любом случае не железо, у него постепенно урон висел. Так что можно было... Что там началось опять? Как меня вот это достало, а, ребята? Каждый день то перфораторы, то какие-то там молотки стучит что-то там. По башке себе постучи, придурок. Так, ну что? Давай я, наверное, возьму Маузеров и Леонардо. Раз, два, три. Нам осталось-то тут шиш-дынь-шиш. Блин, да как ты заколебал, ублюдок, а? Я не знаю, ребят, слышно вам или нет в микрофон, но он достал уже стучать. Вчера весь день перфоратором кто-то там
долбил. Сегодня, блин, стукач вон там сверху, блин. Ну, 34 место. Так, ребята, а может быть, нам даже и хватит. Может быть. Так, давай Армагона возьмем и маузеров. Тут, в принципе, уже не принципиально. Там 30 какое-то место. Три поединка всего лишь нужно отыграть. Ну-ка, маузеры, давай-ка влупим. Так, и Армагон, конечно же, добьет. А у меня сколько откатов? Если у меня 4, то мы, в принципе, наверное, сможем пройти. Если 3 или 2, то вряд ли. Нам не хватит буквально чуть-чуть. 3 отката, да? 22 место. Ну, наверное, все-таки придется покупать. Потому что завтра и послезавтра. Ну, в общем, завтра я начинаю, ребята, работать. Рабочая смена у меня начинается. Сам понимаешь, утренние 2. Это будет у нас. А что у нас там будет, кстати? Где у меня телефон? Черт, телефона нету рядом. Телефона нету рядом. Я хотел посмотреть, что у нас за день недели. По-моему, суббота или пятница. По-моему, суббота, да, сегодня. Так, ну что, ребята, последний поединок. Давай, наверное, все-таки докупим. Десять штук. Так, возьму Армагона и маузеров. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, конечно. Ну и будем разруливать. Поехали. Одного уронили. И добиваем. Все. А теперь смотрим. Ну, по идее, должны перейти. Там 11-я позиция была. Да. Все, друзья мои. Мы в топчике. Так, поднять уровень персонажа. У меня хватит? О, хватит. Так, ну что, ребята, Рафаэль у меня получает 91 уровень. Здесь я забираю все оставшиеся награды. Так, и хотел сделать следующее. Потратить остальную всю пиццу на поиски этих наушников, чтобы как можно быстрее ему прокачать до 6 уровня этот скилл. Ну, а дальше, сам понимаешь, будем кого-то другого прокачивать. Ну, опять эта зеленая коба, она меня уже... А скоро мне снится будет эта зеленая коба. Ну да, ни в какую не хотят. Единственное, что здесь один откат всего лишь тратится. Вот это хорошо. То есть не откат, а один телепорт. Так, у нас еще сейчас будет фарм жетонов. Все, да, по-моему? Да, больше у нас ничего нету. А сфига ли я так много набрал-то? Что-то я увлекся, ребят. Ну что, вот все скиллы до 6-й ступени прокачаны. Испытание. Так, что это у нас за испытание? Черепашки. Что-то я такого не помню. Черепашки. Ну-ка, дай-ка я гляну. Что еще, блин, за черепашки? Так, ну они сразу 70 уровня. И, как мы видим, волны здесь будет 3 штуки. Стрелозад отдупляется. Так, здесь тоже все нормально. Переходим на вторую. Черепашки фильм.
Проверим на вшивость. Давай так вот сделаем. Маузеров вызовем. И вот они наши черепашоночки. На тебе. Могу завалить сразу всех? Ну, нет. Рафаэль остался и Донателло. Замечательно, здесь прошли. Ну, 70 уровень. Сейчас, получается, будет 80-й. Так ведь? Если сразу проходить, то там будет 80-й. Ну, я не вижу смысла. Давай здесь, наверное. 4 доллара. Так, силовая ячейка крэнгов. Так, жетоны. Вы дадите мне вот это вот? Да ну нафиг, ребята. Я вообще-то вот это хотел. Прикинь, вот они дают мне все что угодно. Вот это вот не дают. От этого становится еще более кислее на душе. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.